А вы как? Тыква. Так, тыква или морковка? Тыква. Тыква. Так, ананас и тыква. Вы готовы начать соревнование? Точно? Да. Все, поехали. На старт. Внимание, марш. Моя, ты умница. Давай и быстренько назад беги, ложку туда неси. Неси ложку туда, неси. Леша, молодец, полную ложку принес. Главное не перепутать, куда в чашку налить. Так. О, Леха. А, распил. Даня. Ты немного набрал, нет? Давай, малышка, неси. Моя, ты умница. На старт. Внимание, марш. Давай. Даня, в сторону за... Отлично. Нормально, давай. Опа. Так. Давайте! А, на! Хорошо, неплохо.
Давай, 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 давай. Давай. Ужас! Ниже идти на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Как вы поняли, жизнерадостный дяк вернулся домой и решил с Лукой выйти погулять на улицу вечером. И пришла идея сделать небольшую олимпиаду. Наши дети поповские моментально подключились. Мы провели, поигрались, покушали вместе, пообщались. И еще очень много идей родилось в голову. Даже не знаю теперь, как я уснул. С вами был жизнерадостный дяк. Я вернулся домой. И с Божьей помощью буду теперь немножко папой, мужем и соседом.